Рекламно-информационная программа. «11:08 в Кирове. Начинается программа «Разворот на бизнес». И здесь в студии Вадим Шабалин и Светлана Занько. Добрый день. Партнер программы «Разворот на бизнес» – кировский завод «Сельмаш». Да, у нас сегодня нетипичный разворот на бизнес, потому что каждый час имеет свою тему. Во втором часе к нам придут представители разных видов семейного бизнеса. Связано это с тем, что мероприятие, которое проходило в торгово-промышленной палате Российской Федерации, охватывало всю абсолютно страну, собрало такие династии. И мало того, вдруг объявили на федеральном уровне, что нужно делать акцент на семейный именно бизнес, воспитывать традиции, и что процент, значит, семейный бизнес, который развивается в России, он эффективнее работает почему-то, как казалось, чем бизнес не семейный. Вот с чем это связано, действительно ли это так, что за новый тренд, мы разберемся во втором часе. И это будет по следам прошедшего мероприятия. А первый час посвящен мероприятию, которое только предстоит, и состоится оно завтра и послезавтра, 11 и 12 числа. Дело в том, что при сотрудничестве с японским центром в России. Этот центр находится конкретно в Нижнем Новгороде. Всего их 5 в России. Ближайший к нам в Нижнем Новгороде. Ассоциация участников президентской программы Кировской области проводит семинары для бизнесменов по системе Кайдзен. Это система, корпоративная система работы с кадрами, которая направлена на увеличение, я так понимаю, все-таки трудоотдачи, да, эффективности труда. Оказалось, что эта система уже на протяжении 10 лет вводится на различных предприятиях Кировской области. Для меня это было открытие. Я, честно говоря, не знала про это. Но выяснилось, что это именно так. И у нас сегодня в студии люди, которые, во-первых, обеспечили завтрашние и послезавтрашние мероприятия, а во-вторых, те, кто систему Кайдзен знает, кто систему Кайдзен практикуют на своих предприятиях, и даже некоторые из них в Японии побывали и там поучились. И, собственно говоря, из первых рук получили эту практику и внедряли здесь. Мы должны разобраться в том, для чего это вообще кировским бизнесменам, каковы перспективы внедрения этой системы, какова ее эффективность, поскольку есть уже практики. И, естественно, вот Владислав Попов, который уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области, который и спровоцировал завтрашнее мероприятие, обеспечил его прохождение, нам расскажет, с какими целями все это происходит, потому что на самом деле мне кажется, что с японским центром в Нижнем Новгороде мы очень давно коммуникации не поддерживали, хотя тут приезжал же к нам Ивао Ахаси зимой, и он крайне рекомендовал эти контакты восстановить. И вот, пожалуйста, первый опыт в этом году, и мы надеемся, не последний. И о нем сегодня мы будем рассказывать. Представляем наших гостей. Вадим. Владислава мы представили. Татьяна Кайгородцева, директор магазина «Детский мир». Ну, Татьяна, добрый день. Татьяну очень хорошо наши слушатели знают как исполнительного директора Ассоциации рестораторов Кировской области, общественного бизнес-омбудсмена в сегменте хоурика. Я не знаю, что это такое. Общественное питание. Общественное питание. Да, вас хорошо знают. Вы у нас уже бывали. И Сергей Трапезников, директор Вятского центра профессиональной подготовки, общественный бизнес-омбудсмен по вопросам безопасности труда. Сергей, добрый день. Добрый день. Начнем, конечно, с Владислава. Очень внезапно эта тема организовалась, буквально вчера вечером мы решили это сделать, но это и хорошо, это значит, что мы рассказываем про то, что конкретно сейчас в данный момент происходит, а в данный момент японские представители приземляются где-то в аэропорту Победилова. Пожалуйста, Владислав, расскажите, пожалуйста, что это будет за мероприятие, с какими целями, для кого вы его устраиваете? Добрый день. Ну, уже сказали, что я выступаю в двух ипостасях и как омбудсмен, задача которого помимо защиты прав и интересов бизнеса является постоянная программа обучения для бизнесменов, в том числе, вот как мы сейчас говорим, по такой умной тематике, как Кайдзен. И также я являюсь вице-президентом ассоциации менеджеров, которую мы называем длинной ассоциацией участников президентской программы Кировской области, которая также, как общественная структура, занимается дополнительным интеллектуальным профессиональным развитием своих членов, ну и также прочих людей, которых можно называть управленцами.
Японский центр – это достаточно известная структура, которая очень плотно работает с бизнесом, с общественностью в России. Да, мы работаем с Поволжским центром в Нижнем Новгороде. Базовая направленность данных контактов – это деловое посредничество и бизнес-матчинг. Это проведение семинаров, мастер-классов с участием реальных лекторов из Японии с целью передачи опыта японского бизнес-сообщества. И это организация стажировок в Японии для российских специалистов. Ну вот вы уже сказали, что да, у нас здесь будет участник Татьяна Кайгородцева, которая как раз и принимала участие в таких стажировках. Если не ошибаюсь, порядка, наверное, 50 участников президентской программы в разное время были на данных программах стажировок. И одна из целей именно сегодняшнего мероприятия, помимо того, что да, это цель, это ознакомление с данной философией, реальное обучение наших менеджеров современным технологиям управления, также одна из целей – возобновить сотрудничество с японским центром и активизировать программы стажировок для наших выпускников. Знакомство с культурой, знакомство с бизнес-технологиями, знакомство с японским языком. Надо сказать, что японские предприниматели, японские предприятия, крупнейшие предприятия, очень серьезные инвесторы в России строят свои филиалы, свои отделения, но не в Кировской области. Особо отличается успешностью сотрудничества с Японией Подмосковье и Ульяновская область. Мы это, кстати говоря, зимой еще раз на сессии с Ивао Ахаси обсуждали. И он как раз объяснял, почему именно и по каким критериям ориентируются японские предприниматели, когда выбирают локацию для строительства своих предприятий. И не последний, а чуть ли не первый фактор, это как раз взаимодействие с правительством данного региона и также отношение к персоналу. То есть они смотрят и условия для персонала, который будет работать на предприятиях японских. Это и условия для специалистов, которые приезжают из Японии, и условия для специалистов, которые на предприятиях работают. Они несут не только свои деньги обычно, когда инвестируют, когда строят предприятие, но они несут и свою философию, и свои конструкции, и только на этих условиях возникают какие-то партнерские отношения. Если я ошибаюсь, поправьте меня, коллеги. Вот Татьяна где-то вот мне кивала. Вы согласны со мной? Да, конечно, я согласна. Добрый день. Значит, у каждого предприятия японского есть собственная философия. Начинают они с этой философии свой путь. И преемственность у них очень-очень развита. Вообще, каждое предприятие в Японии, оно строится на удовлетворении запросов потребителей. И кайдзен – это как раз то, что постоянное улучшение. Улучшение в каждой области. В области снабжения, качества, услуг, внутренних взаимоотношений, в общем, всего. В области улучшения условий труда для сотрудников. Обязательно, да. Улучшение условий труда для сотрудников, также создание кружков качества, куда они новых сотрудников сразу внедряют. Также принцип открытости. Каждый сотрудник в японском предприятии имеет право написать все, что необходимо для улучшения организации. Японцы считают, что без самосовершенствования, без каких-то таких проблем, которые сотрудники обозначают, невозможно дальше двигать предприятие. Я сразу вспоминаю, когда об этом говорят, систему организации труда в Советском Союзе, там в 70-х, 80-х годах, когда каждый сотрудник предприятия мог прийти со своим предложением по улучшению и продукции, и условий труда, и даже за это премии выплачивались. Правда, Сергей? Да, конечно. Я, кстати, когда познакомился с этой кайдзен, вообще с этой философией, ну, обидно стало за державу. Потому что я работал на предприятиях, на Слободской спиртоволочный завод, когда это был такой. И вот у меня как раз все эти материалы, РАЦ-предложение, целый шкаф огромный стоял. Да, РАЦ-предложение. РАЦ-предложение это называлось. Выдавалось как раз свидетельство, РАЦ-предложение. Оно благополучно премировалось 10 рублями и складывалось в долгий ящик. Это не маленькая, между прочим, премия была. Да, конечно. При зарплате в 100 рублей, 10 рублей, это было очень прилично. И человек, когда получал эту премию, он, точнее не он, а забывали все остальные про это РАЦ-предложение, складывали на полочку. Вот реально, 10 лет назад, когда познакомился с этой системой кайдзен, кстати, я перед тем, как с ней познакомиться, прочитал очень хорошую книгу Всеволода Овчинникова «Ветка сакуры, корни дуба». Вот прежде чем знакомиться вообще с кайдзен, надо прочитать всем эту книгу. Потому что, чтобы понять всю эту философию, надо понять философию японцев.
он полжизни работал как раз в Японии, будучи дипломатом, и описывает как раз весь, ну, психологию, менталитет вот этих японцев. И вот сейчас, когда кайдзен, я наблюдаю со стороны, вот у меня даже сейчас тема как была не опыт применения, а взгляд со стороны на опыт применения кайдзен на предприятиях Кировской области. И не только, я езжу по всей России, вообще занимаюсь охраной труда. И вот как раз во всех направлениях, куда бы не прикасался кайдзен, оно применимо как инструмент для совершенствования производства. Вообще кайдзен — это же что? Это непрерывное совершенствование производства, причем без излишних инвестиций, вливаний и так далее. То есть поиск внутренних резервов, которые у нас есть во всех направлениях, начиная от бухгалтерии, даже, ну, обычный менеджер или даже секретарь, можно кайдзен применять на любом шаге, абсолютно. То есть, по сути говоря, это улучшение, увеличение производительности труда, используя внутренние резервы. Да. Без денег. Да, совершенно верно. Сергей, возникает вопрос. Вы привели пример Советского Союза распредложений. В таком случае, почему бы его не применить? Зачем нам японский? А вот какая бы вывеска ни была, если предприятие работать хочет, руководитель, он сделает все, чтобы эти распредложения не укладывались в пыльный ящик и все. Понимаете, вот... Действительно, вот кайдзен, я удивился, когда картинки показывали, схемы, которые рисуют японцы, они один в один слизаны с нашего ВОИР, Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. То есть там бумажка в клеточку, там техсовет, который рассматривает предложение. Но дальше-то японцы пошли дальше именно. Они мотивируют работника, а вот способы мотивации разные. У нас, конечно, самая лучшая мотивация – это рубль в кармане. И процент от эффективности внедрения предложений у японцев заложен. Это одна из основ кайдзен как раз. Одна, там много основ. Вот если объяснить вот так, смотрите, кайдзен тоже слизано с нашей же российской действительностью. Вот вы сейчас говорили, на следующую тему у нас пойдет семейный бизнес и так далее. Одна из основ кайдзен – это пожизненное трудоустройство. Что это такое, в каком понимании это надо говорить или понимать вообще, как эту, ну, подход вот этот. Пожизненное трудоустройство – это наши династии советские, советских времен, которые поощрялись. Правильно? А у японцев это считается как при применении кайдзен. Если работник поступает на предприятие, он заинтересован, чтобы его модернизировать. Потому что он уверен, что его дети, его внуки придут на это предприятие, они будут обеспечены. И поэтому, когда приходит японец на предприятие, он думает о том, как его модернизировать. А у нас в 90-е годы все это напрочь погубили. У нас сейчас работник приходит на предприятие. Зачем? А чтобы здесь украсть? Потому что завтра его могут уволить. Это в 90-е было? Да, так вот этот период, он как раз, честно говоря, погубил вот тот подход советский, который был действительно хороший. Ну, надо сказать, Сергей, что вы совершенно справедливо заметили, что несмотря на то, что у нас было общество рационализаторов и изобретателей, несмотря на то, что сотрудники предприятий приходили со своими распредложениями, совершенно верно, Вадим, отличие именно заключалось в том, что в Японии каждое распредложение сначала должно заработать и дать какой-то эффект. Ну, то есть, иначе оно распредложением не признается. А у нас поздравляли, галочку ставили, значок на грудь. Давали 10 рублей. И, да, и отчитали, что есть распредложение. Не все. Очень невысок был процент внедрения, на самом деле, распредложений в Советском Союзе. То есть вот идти дальше, использовать каждую инициативу. Ну, кстати, когда заговорили про династии и про то, что каждый приходящий на рабочее место думал и думает в Японии, что я должен улучшить условия труда, эффективность труда, там, вложить свой ум, свои физические силы в свое предприятие, потому что придут мои дети, придут мои внуки и так далее. Хорошо бы не только бизнесменам об этом думать, но и каждому политику, приходящему на свое место, и каждому чиновнику, приходящему на свое место. Я надеюсь, что на этих семинарах чиновники тоже будут присутствовать. Как вы, Владислав? Мы все-таки больше тянемся на управленцев. У нас специально... Чиновники, управленцы. Да, мы, так скажем, да, больше тянемся на бизнес-управленцев. Все-таки здесь мы больше рассматриваем процессы производственные. Хотя я думаю, что вот именно принципы кайдзен, наверное, как раз свойственны чиновникам. Но давайте еще обратим
внимание на одну деталь. Чем отличается наш подход российский все-таки от японского? У японцев все пронизано философией. Вот, ну, вот вы приводили примеры, что у нас в России есть японские инвесторы. Ну, насколько я понимаю, все-таки это в основном автопром. То есть у нас есть сборочное производство. По большей части, да. Вообще откуда в России стал известен кайдзен? Это Toyota. Toyota заводила кайдзен с философией, с принципами Дао. Например, Mazda сейчас выпустила новую серию автомобилей с философией Кодо. Понимаете, вот красивое слово, красивая философия. Возможно, нам не хватает тут философии в нашей работе как чиновников, так и бизнеса. Да, но у нас ограниченное время, пофилософствовать не удастся, поэтому перейдем к практическим примерам и попросим Татьяну рассказать, как, во-первых, расскажите о своей поездке, которая осуществлялась в Японии, потому что если мы рассчитываем на то, что возобновится это сотрудничество и снова можно будет поехать в Японию, чтобы поучиться, посмотреть на этот опыт, возможно, перенять, расскажите, как вы ездили и что вы применили у себя на предприятиях. Я также точно прошла стажировку по президентской программе после обучения, как раз в этом Нижненовгородском центре. Проходил отборочный семинар со всей России, около 40 человек участвовали, выбрали около 8 человек для данной стажировки. Стажировка у нас была на тему удовлетворения запросов потребителей. И я хочу сказать, чтобы прочувствовать философию, нужно съездить туда сначала, в Токио, потому что по каким-то книгам, еще почему-то, вот даже этот семинар, который проводили у нас японцы, трехдневный семинар, он то нас уже всех заразил, и мы поняли у них, какая вот философия по отношению к потребителям, к покупателям, ну, ко всем клиентам в Японии. Япония — это страна номер один по предоставлению гостеприимства в мире. Вообще, да, по предоставлению сервиса. И у них это не просто какие-то стандарты отработаны, это действительно философия, где они полностью фокусируются на клиенте. Например, мы были на 8 предприятиях, которые как раз занимаются в сфере услуг. Это предприятие и по выпуску косметики, а как раз салон Lexus был там. И мы видели церемонию вручения ключей от Lexus. То есть, представляете, у японцев это целая церемония. Загоняют Lexus, приглашают клиента, садят его на красивый стол, выносят ключи и так далее, там, со всеми, со всеми. Дальше, следующий момент. Есть в этом же салоне есть клуб жен владельцев Lexus, для которых происходят тоже различные мероприятия. То есть они их там развлекают, как-то чайная церемония и так далее, и так далее. Они вовлекают, как бы, в семью вот этого предприятия. Да, в семью этого предприятия и так далее. Чтобы потом дети, да, не возникал вопрос там у детей, какой этот марку автомобиля купить и так далее. Понимаете? И это в каждом предприятии. Если мы сейчас говорим о том, что семейный бизнес, так в Японии очень распространен семейный бизнес. Он переходит из поколения в поколение. Например, ну вот на маленьких примерах, например, мы жили рядом с какими-то булочными, кафетериями, куда японец приезжает там в 4 утра, начинает свою работу в 4 утра, он едет на рынок, который является мировым рынком, в 5 утра он выбирает самый-самый лучший тунец себе, привозит его, и рецептура и все остальное передается из поколения в поколение, и поэтому у них качество на таком высоком уровне. Японцы не продают вчерашнюю продукцию, они всю продукцию стараются продать к вечеру, то есть вот эта красная икра, красная рыба в конце дня, она выкладывается там с огромными скидками. То есть у них вот приоритет качества во всем, начиная от продуктов, да, заканчивая предоставлением услуг. Нам показывали отели, где японцы очень четко отслеживают все предпочтения клиентов. Когда клиент приезжает даже первый раз, они учитывают все, необходимую ему температуру комфорта в комнате. То есть это все записывается. Индивидуально, всё, да, очень. Фиксируется, сохраняется потом в банке данных. Дальше уже клиент, который приезжает к ним в отель, они уже точно знают, какую температуру им выставить на кондиционер и так далее. Что вы конкретно смогли применить на практике на своих предприятиях, Татьяна? Применить я смогла, ну, конечно, стандарты обслуживания, да, донести обязательно. У японцев такая философия, что первый человек — это не директор в предприятии. Это, да что вы! Это тот, пирамида немножко
другая. Это тот, который общается с клиентом. И вообще вот всю философию своего предприятия он вкладывает в клиента, понимаете? То есть тот, кто непосредственно с клиентом, это первый человек, директор где-то там. Понимаете, когда я приехала и рассказывала об этом, также директора предприятия немножко смеялись над этим. Но это на самом деле работает. И поэтому, сколько бы мы усилий не предлагали, как директора, как инвесторы, как еще что-то, но если ваш сотрудник не умеет правильно преподнести сервис, правильно продать продукт, да, и так далее, клиенту сделать все необходимое, у вас не получится ничего, понимаете? Коллеги, вы когда говорили о том, что все-таки это философия некая, которую нужно пережить, которую нужно принять, прежде чем внедрять, невозможно это навязывать, если это не принято внутри, если мы говорим о философии, то возникает закономерный вопрос. С какими трудностями вы сталкивались, Татьяна, и, может быть, Сергей, вы видели при внедрении технологии кайдзен на предприятиях России? Давайте Сергею предоставим слово. Спасибо, конечно, но вот я действительно с трудностями. Если мы столкнемся, мы можем вообще этот кайдзен опустить и не применять и так далее. Если думать о трудностях, да? Да, если будем о трудностях думать и все остальное. Но вот как раз менталитет, если мы будем менять, вот это самая первая трудность, которая сразу отметает все напрочь. Вот я видел, да и смотрю примеры как раз применения элементов хотя бы кайдзен. Вот Слободской фанерный комбинат, Красный Якорь. ЗМУ, завод минеральных удобрений в Кирово-Чепецке, крупные предприятия довольно, мелкие предприятия тоже, вот все салоны «Лада», я смотрю, вот как раз все эти вывески, 5С и все, вот они применяют. Ну вот, знаете, получается так, 5С — это один из первых принципов, то есть начало применения кайдзен, то есть надо просто сложить все на свои места, каждая вещь — свое место, совершенствование, все это. Так вот, в основном на этом все и заканчивается. Разложили по местам, хотя это занимает очень много времени, и люди говорят, да я привык вот так делать, я не буду. То есть менталитет, его менять очень сложно. Но если не менять, тогда вообще ничего не поменяется. Кайдзен — это очень хорошая штука. Надо просто вспомнить, как нас бабушки учили убирать всегда за собой, и первый этап кайдзена, он будет очень просто применяться. А дальше, как раз мотивация начинается работников. Это не то, что начинается, это параллельно идет. Мотивировать надо работников на применение этих кайдзен. Как мотивацию эту создать? Ну, как ни странно, не буду, наверное, новичком. Меркантильный вопрос здесь сразу встает у каждого работника. А что я с этого буду иметь? Это первый вопрос, который сейчас задают абсолютно все, наверное, кто устраивается не только на предприятия, а в СМИ также точно приходят молодые специалисты. Это первый вопрос, да. Так вот, это вот самое первое, наверное, препятствие, да, вот это как раз отношение работников. То есть надо каким-то образом заинтересовать, вот Татьяна сказала, вообще очень здорово, да. Директор — это не первый человек. Я вот даже по своему центру смотрю, вот у меня девочки-менеджеры, которые реально работают с клиентом. Они не начинают с того, что у нас там директор такой-то, они как раз работают о том, чем мы занимаемся и какую услугу мы можем вам предоставить. То есть это вот как раз по неволе, хотя вот этот подход, я, Татьяна, честно говоря, сейчас первый раз услышал вот эту информацию, да, вот так. Сама жизнь подталкивает вот к этим элементам кайдзен, и это еще просто внедрять. Надо просто заинтересовать это уже. Вот от директора как раз зависит интерес воспитать, правильно, Татьяна? Да. Показать направление, да, этого корабля, как нам японцы говорили. То есть вы вдохновлять должны всех сотрудников, да, принцип открытости, и еще обязательно, значит, на линейном уровне. То есть все сотрудники должны учиться опытом. То есть вот ваш опыт, он должен распространяться на всех сотрудников. Именно не по вертикали, а линейно. Татьяна, вы вдохновили своих сотрудников? Ну да, я старалась. Я думаю, что у меня хорошие команды были. У нас получалось заводить на рынок хорошее предприятие и так далее. Вот сейчас мы посмотрим, как Татьяна Кайгородцева будет применять систему кайдзен для развития магазина «Детский мир». Хорошо бы его возродить, развить и сделать классным предприятием. Да, мы очень стараемся. Будете внедрять там кайдзен? Уже внедряю. Уже внедряете. Уже когда, да, мы открыли сейчас первый этаж, и мы внедрили все эти системы. То есть у нас есть и стандарты обслуживания, разработано все в едином стиле. А девочки-продавцы у нас являются и как воспитателем, потому что у нас приходят мамочки молодые и так далее, то есть со своим опытом. Мы с Вадимом придем, посмотрим, да, как там. Поэтому все мы очень-очень стараемся. Прервемся на полторы минуты и продолжим проговорить уже конкретно про завтрашнее мероприятие. Обсудим экспертов, которые приедут.
приедут, вы нам расскажете, а кто придет на это мероприятие, можно ли туда еще попасть или уже нет, там какие списки. И еще раз, все-таки надо будет сделать какие-то выводы. Я вот призываю тоже наших слушателей не сопротивляться. Я представляю, сейчас очень многие, наверное, думают, ну что там опять японская философия, вы еще нам американские системы какие-нибудь задвиньте. Да я вот еще раз напоминаю слова Сергея Трапезникова. Неважно, какая вывеска, важна суть и результат, к которому мы идем. На полторы минуты прервемся на рекламу. Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». «Разворот на бизнес» в эфире. Здесь Вадим Шабалин и Светлана Занько. С нами Владислав Попов, полномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области, вице-президент Ассоциации участников президентской программы Кировской области. Татьяна Кайгородцева, директор магазина «Детский мир», исполнительный директор Ассоциации рестораторов Кировской области. Сергей Трапезников, директор Вятского центра профессиональной подготовки и общественный бизнес-омбудсмен по вопросам безопасности труда. Мы говорим о том, что в ближайшие два дня в Кирове пройдут семинары, которые проведут японские специалисты. Семинары будут посвящены внедрению системы Кайдзен, и рассчитаны они на управленцев и руководителей компаний верхнего и среднего звена. Чуть попозже мы расскажем, кто туда придет, можно ли туда еще попасть, как выстраивается программа. А в перерыве все-таки поняли, что, наверное, надо расшифровать само вот это вот слово Кайдзен. И перевести. Да, перевести его. Ну, кайдзен в бизнесе – это, в переводе, это постоянное улучшение. Начиная с производства и заканчивая высшим руководством. Как я уже говорила, да, все начинается с руководства. Японцы нам много раз повторяли это, что начинается все с головы. Поэтому, в первую очередь, директор должен понять, что необходимо компанию постоянно самосовершенствовать. А директор рядового рабочего – улучшать стандартизированные действия, стандарты. И цель – это, конечно, производство без потерь. Но в то же время можно персонал, да, как Сергей уже говорил, мотивировать совершенно не обязательно это в денежном эквиваленте каким-то образом. Я еще раз говорю, что каждый японец, он делегирует постоянно. Мы очень удивились, когда на ресепшене для дорогого отеля у администратора за ним была закреплена функция заказывания лампочек в отель. Понимаете, они делегируют немножко совершенно разные, и поэтому у них необходимость, там, допустим, директор по АХЧ, как у нас, например, да, отпадает, потому что... Что такое АХЧ? По хозяйственной части, так скажем. Административно-хозяйственная часть, которая снабжением занимается. Которая очень любит у нас такие вот вакансии выставлять. То есть вот на каждого сотрудника распределено определенные обязанности, которые они, в принципе, по своей должностной инструкции не должны исполнять, но, тем не менее, они вовлекаются в процесс, они точно знают, что они за это как в семье. Ты моешь посуду, я стираю. Ты пылесосишь, я, значит, там, да, еще что-то. Забираю детей из детского садика. Да, Сергей, дополните. А вот я хочу дополнить еще. Как я понимаю эту кайдзен, да, вот так. Да, это в переводе непрерывное совершенствование любого процесса. А чтобы его совершенствовать, надо просто построить карту потока. Это уже я терминами кайдзен разговариваю, так? Ну вот, если объяснить так, например, то есть карта потока, в которой сразу видно ценность какой-то операции. Ну, например, надо две доски сколотить гвоздем. Ценность этой операции, когда гвоздь входит в доски, правильно? А вот все остальное – это те действия, манипуляции, которые не приносят никакой ценности. То есть работник приходит, у него молотка нет, он пошел на склад. Он пошел за доской на один склад, за второй доской на другой склад. Потом он приходит, раскладывает все это на верстаке, у него еще хаос такой, да. И вот посмотрите, сколько времени на действия, которые никакой ценности не создают. Взять вот любой процесс карты потока, если построить, например, даже ну, любой офисный работник делает какой-то документ, правильно? Ценность – это тот документ, который появляется. Это одно нажатие кнопки, когда в принтере появляется документ, правильно? Но вот если построить даже эту минимальную карту потока, сколько лишних действий, если человек, например, не работает и не умеет просто работать с офисными программами, там кнопочка, да, найти, заменить или еще что-то, но сидит, просто набирает. А если этого человека научить вслепую набирать, это еще уменьшение потери. Вот так в любом абсолютном процессе можно найти эти потери и так организовать производство, что этот человек либо освободится и займется более полезным делом,
либо у нас просто не надо будет людей. Владислав Леонидович, Сергей, просто сердце кровью обливается. Я вас очень прошу, устройте такое обучение для администрации города Кирова в полном составе. Это еще, кстати... Это настолько сильно продвинет наш город вперед. Мы 650-летию найдем все средства гораздо раньше, чем оно наступит. Здесь действительно, я думаю, что поддерживая Сергея, видите, вот кайзен, он же действительно касается не кого-то одного работника, а всех. Да, тут надо подумать, это хорошая идея. И вот в теории кайзен это как раз связь с внешними, с клиентами, с правительством, да, с чиновниками и так далее. Так вот это общая совместная работа, это не варится один предприниматель там в собственной каше, там в своей какой-то маленькой конуре. Именно все внешние факторы, которые воздействуют на его бизнес, они должны тоже понимать. И эту методику действительно надо с правительством работать, да, с чиновниками. Конечно, они должны быть в курсе, а то вы придете со своей философией, а у них совсем другая история. Там мусор не вывезен у мусорных площадок. Так, давайте про завтрашний, послезавтрашний день и расскажем про специалистов, которые к нам приезжают. Кто эти замечательные люди? Да, Владислав, я вижу, что у нас будет господин Цумагари Кодзи. Он начинал свою деятельность с концерта Nissan Motor. И начинал он с литейного цеха. 72-й год. Вот на протяжении всех этих лет, погружаясь в философию, в том числе и кайдзен, да, кайдзен, собственно говоря, он стал сотрудничать с компанией Logo, которая представляет лекторов, да, на завтрашний день, да. Я так понимаю, и он будет делиться своим опытом. Да, вот уже сказали про Кодзи Цумагари. Ну, тут, наверное, можно так еще отметить такой штрих, что, возможно, как вот мы считаем, исходя из той информации, которую у него получили, что это одна из тех персон, которая через себя пропустила принципы кайдзен и, как вот у нас есть информация, помогла воспрять после тяжелого периода, благодаря кайдзен деятельности стала мощной движущей силой для компании Nissan, которая на сегодня возрождается и собой являет какое-то японское чудо. Вы видите, что сейчас Nissan выдает совершенно новые автомобили, и я разговариваю с людьми, они говорят, что действительно сейчас качество автомобиля Nissan значительно выросло, то есть они уже тягаются, так скажем, на одной планке с Тойотой. У Ниссана проблемные времена были в 90-е годы. О, как раз необходимо было применять серьезные меры, потому что конкуренция возросла. Тебе тут и традиционная Америка, и Китай стал подтягиваться, да, замечательно. И тут надо было, конечно, решать. Следующий спикер — господин Томинага Хироси. Я не знаю, как говорят, Хироси Томинага или Томинага Хироси? По-разному. Причем, ну, я тут уже даже больше читаю англоязычные источники. Но пусть будет по-нашему по-русски Томинага. Томинага Хироси. Ну, так, угу. С русским спеллингом. Хорошо. Это компания Toshiba. Собственно, тоже очень хорошо известная российскому потребителю. Поэтому весь опыт, который Toshiba может дать кировским бизнесменам, управленцам, мы тоже получим завтра и послезавтра. Я уже хочу попытаться подписаться на семинар. Я не знаю, есть ли там место. Да, я туда побегу. Да, да. Кто еще у нас есть, Владислав? Приезжают данные два лектора, которых сюда вывозит консалтинговая компания Logo. Данная компания в рамках работы с японским центром работает по всей стране. То есть вот данные лекторы, они присутствуют и в нашем Поволжье, и в других регионах. Соответственно, мы, когда начинали данный проект, ну, вы уже сказали, что 10 лет у нас не было контактов с японским центром, очень волновались, мы этих лекторов еще себе зарезервировали еще летом. Так что для нас это большая победа. Да, программа будет этих лекций проходить в нашем вузе, ВИАТГУ. Да, да. ВИАТГУ. Итак, первый день – это результаты кайдзен в Японии и России, потому что Россия во многих предприятиях, как мы уже поняли, внедряется. Можно будет посмотреть на этот опыт. Культура, служащая поддержкой для кайдзен-деятельности. Что сделал, чего не делал иностранный управляющий. Работа с кадрами на японских предприятиях глазами иностранного управляющего. Это очень важно, это правда очень интересно. И 13 числа будем говорить о повышении уровня удовлетворенности персонала с помощью кадрового менеджмента, повышение уровня кайдзен с помощью методики, обладающей общим видением. Пока ни о чем совершенно не говорят эти слова, что за общее видение. И внедрение кайдзен в управление предприятием. Сколько человек сейчас планируется к участию? Мы ориентировались
примерно на 60 человек в зависимости от загрузки зала. Это будет первый этаж. Ну, вот, ну известно, дирекция политехническая проходит. Да, да. Соответственно, уже завтра утром будем, даже сегодня уже можно оперативно регулировать. Ну, постараемся, чтобы людей было побольше. Все равно кто-то из тех, кто заявлялся, как мы предполагаем, из практики, не придет. Поэтому я думаю, что если будут желающие, ну, место еще надеюсь, что будет. Но пока у нас получается впритык. Зал заполнен, да. Ну, нам с Вадимом место-то надо, конечно. Мы в первом ряду будем. А кого вы там ждете? Мелкий бизнес, средний бизнес, крупный, чиновников? Ну, так как мероприятие проводит наша ассоциация управленцев, то, в первую очередь, мы, конечно, ориентировались на выпускников программы. Но также, как у нас есть много открытых источников, как я уже сказал, звонили руководители предприятий, мы записывали всех. То есть аудитория будет ориентирована на управленцев высшего и среднего звена промышленных бизнес-предприятий Кировской области. Понятно. По итогам этого мероприятия будет большой материал в газете «Бизнес-новости», да, вот как раз в рубрике «Разворот на бизнес». Мы подробнее еще расскажем о том, как все происходило. Может быть, возьмем комментарии у участников, которые впервые слышат об этой методике. Так что свежий номер «Бизнес-новостей» читайте. Мы благодарим наших гостей: Владислав Попов, Татьяна Кайгородцева, Сергей Трапезников. Прерываемся на рекламу, тематические программы и в первую очередь новости, и продолжим во втором часе с представителями семейного бизнеса.